загорелась попелампа, излучает штатный мозг. Что нам ждать от дяди Трампа? У кого какой прогноз? Говорят, дитя обмана, кибермонстрами рожден. Плачет темненький Обама и рыдает Белый дом. То ли добрый мистер Билл, обожатель женщин, в кабинетах всех любил, не вставая с кресел. Ну а Дональд грубиян, хам, сплошной невежда, он потомок Ку-клукс-клан в беленькой одежде. Слезно стонут нелегалы, обещает всех домой. Жить не может без скандалов дядя с желтой головой. Пляшет радостно Россия, Вовкин друг пришел во власть. Только Петя, сын Алексея, хочет в обморок упасть. Как же так? А где же тетя? Обещала нам помочь, обломалась на взлете. Променяла день на ночь. Суетится фрау Меркель, Оланд жабу проглотил. Все, капец, ЕС не светит, не хватает им светил. Лишь отважные китайцы, тем скучать давно в облом, разрешили им как зайцам, вот и лезут на пролом. Смело кинулась навала, трудоголики вперед, от востока до Урала, где китаец пропадет? Ну а карлик спит и видит, что Аляска-то не штат, нету злых коварных гризли, а живет там косолап. Ой, друзья, бардаки только, мир, видать, сошел с ума. Хочешь сладко, дали горько, волю хочешь, нет, тюрьма.